Привет, как тебе такое, Гарри Мур? Начало и на 3.15 соло. Спасибо за донат, сейчас посмотрим. Почти орлы мотики. Не, прикольно, чувствую, кстати. Да, с небольшими сбиваниями, но прикольно. Интересно, как он потом переквалифицировался в такие всякие силгады блюзычи после этого. Потому что это реально почти как бы мальсинского типа трек. Соляк. Да, ну как бы немножко слаже, но, допустим, вот бенд ключевой прям вломил хорошо. Так, да, плотно, то есть Гарри Мурыч вваливал и шардануть мог, и рифцы рубануть. Прикольно.